пределами поля. Джером Бата. Ушел мяч в аут. Выбрасывать будет мюнхенская Бавария. Швайнштайгер. И далеко-далеко убивает мяч. Игрок мюнхенской Баварии будет выводить мяч из аута. Бавария подает угловой. И вратарь в красивом пирожке ловит мяч. Развивается атака Челси и грозит привести к опасному моменту. И это потеря. Рибери. Азар. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Очень важный и нужный для защиты перехват. Рамирес. И свисток арбитра звучит. И это предупреждение. Бери. Томас Мюллер. Я думаю, что достаточно много, может, даже слишком много про этого игрока накануне матча было сказано. А как думает Василий Соловьев, хотелось поинтересоваться. Приятно видеть, когда человек работает сразу на всех линиях. Он и в атаке первый, обратите внимание. И в обороне, кстати, он незаменим сегодня. Могло, конечно, повести и побольше. Разговоров нет. Но что случилось, то уже случилось. И обратно. Робен. Томас Мюллер. И давайте посмотрим, чего Челси в этой атаке сможет добиться. И покинул мяч пределы поля, уйдя за лицевую от ворот. Быть гол.
редкий такой случай в игре, когда вроде бы мяч никому не достался, и пространства много. Давайте торопиться, ребята. Швайнштайгер. И ошибка. Какая ошибка вратаря? Азар. Думаю, надо бить и забивать. 11-метровый. Так действовать нельзя. Арбитр в этом эпизоде абсолютно прав. Но вот в прямом смысле повис на нем оппонент. Ну, разве так можно играть? Забить 11-метровый удар успеха не принес. Азар. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Рибери. Азар. Развивается и может быть опасно. Рибери. Гетце. Обратный пас. Передача на Филиппа Лама. Абиалонсо. Паузы. Классная передача. Прекрасная возможность. Хороший момент. Голкипер в порядке. Судья на линии показывает на угол поля. Тим Кахил. Не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но... Жесткая борьба за мяч продолжается. Стандарт в пользу Баварии. Рибери. Игрок мюнхенской Баварии будет выводить мяч из аута. А
Одна передача за другой. Мяч внизу. Техника на грани фантастики. И есть выбор у игрока. Несколько решений. Попытка обострить была, но пас оказался неточным. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Швайнштайгер. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Швайнштайгер. Азар. Этот перехват — награда за его старания. И все, конец атаки. Или, вернее, начало другой со стороны соперника. Да. Рибери. Рибери на любом из флангов готов забрать мяч любую секунду. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Рибери. Соперников рядом, можно навес придумать пообстоятельнее. Есть шанс забить еще один гол. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. А кто знает, может, это один из последних шансов забить. Неплохой отбор. И может быть последний стандарт в этом матче. Может быть последний. Это даже не перехват, это просто подарок какой-то.